Привет! Вот я в таком виде голову помыла, решила показать, как я наношу тоник. Тоник для волос, он способствует росту волос. Я наношу на корешки, чуть-чуть втираю. Я эту процедуру всю записывать не буду, ну то есть суть вы поняли, по всей голове, везде в корни я наношу и втираю. Он совершенно не жирнит волосы. У меня склонны к жирности, но не жирнит. Следующее это масло для волос. Вот оно такое. Я наношу две дозы. И по всей длине. Ну и прям, ну как вытерла руки об волосы. Остатки этого масла, ну, я вот так вот делаю, оно для кожи хорошо. Волосы вообще не жирнятся. Сейчас я их высушу и покажу. Маселка помогает, чтобы расчесывалось легче, потому что ну, у меня вообще волосы очень тоненькие. Ну и расчесочка такая, вот видите, она лучше расчесывает, меньше выдирает. Вот показываю, они не жирные. Они также масло еще идет как термозащита при внешних факторах и фен. И вот они, ну, у меня вообще они волнистые. Ну, вот они такие. Не бойтесь, не жирнит, все нормально.